дело, в последний момент будем мариновать индейку или индюшку. Как хотите, так и назовите. Несколько ингредиентов уже принесла, но сначала нужно разобраться с индейкой. Надо промыть очень хорошо. Обычно я мою индейку водой. Текучей холодной водой. И по возможности старайтесь взять органик. На всякий случай. Как будто заботимся о нашем здоровье и не о здоровье индейки. Окей, сейчас хочу показать, как американцы упаковывают свои курочки. Сейчас дайте я разрежу целлофан. Это уберу. Они так аккуратно их упаковывают. И вот видите, в нем все есть. Они все туда кладут. Что у индейки было с рода, они кладут в такой целлофанчик, такой бумажный пакет. Там должны. Наши собачки очень это любят. Я это для них оставляю. Не знаю, как это называется. Каратик. Сердце бедной индейки. И как это? Ток, лярд. Почки, не знаю. В общем, это промою, оставлю здесь. А вот индейку, они вот так, ну, эта нога отделилась. Они так вот упаковывают в такой пластиковую штуку. Остальные у нее или у него в животе. Это очень вкусная часть, кстати. Шейка, да? Это тоже сюда. Что там у нее еще осталось? Что? О, это попка? Что-то в этом роде. Задница, как бы. Честно говоря. Все, там больше ничего не осталось. И что я делаю? Сначала посыпываю это пищевой содой. И хорошенько массирую, чтобы убрать все, что есть на кожице, если есть там что-то. Можно и крупным солем сделать, крупной солью. И вы заметили, я это оставила туда, там же, потому что потом я это использую, чтобы ножки собрать перед выпечкой. Ага. И сейчас аккуратно вот так массаж делаю. Соль тоже возьму. Крупная соль. Кстати, мы только едим эту часть. Мои дети едят только грудку. Так что я над грудкой очень хорошо работаю обычно. Эту часть вообще не трогаем. Ну и какие-то запахи или что-нибудь будет, думаю, сода уберет. И мою. Тщательно мою. Еще хорошенько надо промыть эту внутрь. Хотя, если внимание обратите, они уже там все вынули, хорошенько почистили. Но если есть что-нибудь в виде крови или лишнее что-то, убираю. Обычно я так делаю. Жиры тоже все убираю, но жиры там покажу, как убираю. Кажется, хорошо промыла. И здесь тоже нужно хорошенько почистить. Кого? Кого? Где? Here. Here, have this car. Кого? 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 Кого?
here. Индейку хорошенько промыли, нужно перенести на рабочую поверхность, чтобы и дальше заниматься чисткой близкой. И как же я делаю? И каждый раз, год по-разному, конечно, пеку. В этом году покажу этот вид, так скажем. Убираю все жиры, вот такие жиры. Убираю прочь. Если не хотите, как хотите. Беру ножницы и режу вот эти, как это называется, дряблую часть. Не знаю, если так называется, но что-то в этом роде. И это тоже режу, вот этот кусок. То же самое. Это несъедобно. Можно, если есть собаки у вас, можете суп сварить. Я суп делаю с рисом, с тыквой для Анжелики. Очень любит. Это сюда. Вот эта часть по вашему желанию. Я обычно в эту часть кладу плов. В этом году тоже сделаю плов, поэтому это не вырезаю. Если не хотите туда ничего вкладывать, можно отрезать эту часть, потому что это ненужная часть. Но если даже не хотите туда плов положить, так красиво, по-моему, так красивее смотрится. Можете под вот так вот сделать перед выпечкой, чтобы было красиво, гладко. Но лучше, если там что-то есть. Но перед тем, чем туда плов положить, нужно хорошенько почистить. Там тоже такие жиры, такие, не знаю, как это называется. Хорошенько нужно чистить вот эти лишние. Немножко порежу, чтобы легче было удалять. Жиры обязательно вырезаю. Мы ничего жирное не любим. Я думаю, ты там стоишь, я туда посмотрю. Даже не вижу, где он снимает. Это тоже порежу. Здесь почти уже продают почищенную курочку. Это тоже уберу, чтобы не висело туда-сюда. А внутри все уже чисто, видите? Нечего туда бросаться руками. Можно сказать, индейка уже подготовлена. Есть там такие... Иногда бывают перья, которые нужно убрать, но ничего нет, очень такая симпатичная она у нас. Сейчас положу свою индейку в большую кастрюльку или такой пластиковый контейнер. Вот так вот. Удобно. И сделаю рассол. Сейчас уберу, руки помою или вымою и продвинемся вперед. Беги, Дайна Михани, Тадес. Шеф с утра встал и в пижаме поет. И сейчас быстренько приготовлю рассол. В этом рассоле индейка должна остаться хотя бы 2 дня. У нас останется всего лишь 1 день, потому что я не успела пораньше приготовить. Кладу туда любой цитрусовый фрукт. What happened? In childhood? Он воду попросил, я просто немножко дала, он обиделся, видите ли. Окей, режу вот
на куски, выжимаю сок и прямо вот так вот положу в контейнер. Лимон, грейпфрут тоже можно туда положить. Один или два, как предпочитаете, цитрусовый вкус. И это еще смягчает мясо. Лимон, два лимона положу. Маленькие лимоны, вот так вот. Сок выжму и туда. Потом еще понадобится соль, brown sugar, коричневый сахар. Если нету коричневого, вы можете другой сахар положить. Это тоже смягчает мясо. Имбирь туда кладу, прям на кусочки вот так режу. Один хороший кусок. Все это для смягчения и, как это, чтобы сочное было мясо. Мягкое и сочное. Смысл рассола. Спрашивают, почему в рассол ставить на несколько дней. Я однажды почти на неделю оставила, потому что не могла испечь. Такой вкусный, такой мягкий, нежный получился. Вот большой кусок имбиря вот так положу. Даже можно было немножко вот так сделать. Протереть. О, чеснок тоже очень важный. Хотя чеснок перед выпечкой тоже положу. Покажу, как я выпекаю. Сегодня только показываю рассол. Вот так вот сломаю чесночки. Можно и лук тоже крупными кусками порезать и положить в рассол. Но наши лук не любят, я тоже не очень люблю. А в рассол с кипятком кладу лавровый лист. Конечно, мясо должно отстоять в холодной воде. Я просто эти special ingredients положу с кипятком, чтобы аромат выделился с паскарелью. О, чили тоже сюда положу. По хотению, по желанию можете чили положить. Черный перец. Семена черного перца. Еще можно туда положить семена кориандр, семена кинзы. Очень вкусно получается. Сколько есть, столько и положите. Такие вещи всегда на вкус делаю. Только соль скажу, сколько кладу. Где-то 2 столовые ложки этого сахара туда добавляю. Это на 2 литра. На 2 литра воды. И более четверть стакана соли туда кладу. Винегар тоже обязательно. У меня всегда такой яблочный винегар. Это полезный винегар. Уксус. Полезный уксус. Некоторые даже этим диету делают, утром выпивают. С лимоном, с чем-то, не знаю. Где-то четверть стакана на 2 литра. И немножко кипятка. И все это хорошенько смешаю. Дам отстоять. Минут 5-4. Можете скипятить. Но я так не делаю. Пусть немножко отстоит. Я за холодной водой побегу. Это сюда положу. Уже почти растаял. Еще один рассол сделаю. На этот раз холодной водой. То есть немножко горячий полью, чтобы все растаяло. Потом холодную воду. Ни в коем случае кипятком не надо заливать мясо. То есть рассол должен быть комнатной температуры или холодной. Если время есть, можете подождать немножко. Но у нас времени, как всегда, нету. Я это сюда положу, пусть немножко остынет. И продолжу, по-моему, 3 таких стакана хватает. Не помню, я год назад это делала. И, честно говоря, всегда на глаз делаю. Я
Рецепт написала, чтобы поделиться. И обычно советую сделать рассол на ваш вкус. Кто-то любит соленый, кто-то не избегает соли. Так что берите на свой вкус и немножко соленее вашего вкуса, потому что мясо все равно отбирает столько соли, сколько ей понадобится. Все-таки когда-то они понимали что-то. Окей. Это я немножко кипяток принесу. Совсем немножко. Остальное холодной водой зальем. И винегар. Винегар всегда на глаз. Это хороший уксус. Его бояться не надо. Вот так. И залью холодной водой. Уже рассол готов. Просто и легко. Я на этот рассол еще один холодный рассол добавила. И можно уже на свою птичку полить. Надо, чтобы она закрылась полностью рассолом. И если даже не до конца покроется рассолом, в течение дня можете повернуть туда-сюда, сделать еще немножко. Много рассола сразу не делайте. Сначала положите в свой контейнер или кастрюлю, и потому, сколько вам понадобится, уже, не знаю, какое слово употребить, какого нарушения, определитесь. Ага, все, это почти покрылось, может быть, даже не заверну туда-сюда, потом не поворачивать. Не поверну туда-сюда, потому что эту часть мы не едим все равно. Угу. А вот теперь очень вкусно пахнет. Это цитрус, гарлик, все вместе очень хорошо пахнет. Все, это оставлю в холодильнике. И в следующем видео покажу, как я ее испекаю. Быстрый рецепт, не рецепт, measurements, пропорции рассола напишу внизу в видео. Вы тоже приготовьте, подготовьтесь, будем выпекать. Всем спасибо, что посмотрели, увидимся. Все, успели? О, забыла сказать, эти штуки тоже кладут в рассол, эти, не знаю что. Шейка для себя, остальное для Анжелики. Все.